Что-то решил сейчас попробовать словить экспромт. Вот все, что в голову идет, попробуем воплощать музыкально, как-то улавливать. В этот день солнцем пронизанным мое сердце светом полно. Я вышел в лес посмотреть в эту высь, посмотреть, как лето пришло. Я сижу посреди небольшого леса, и мне очень хорошо. И я хочу, чтобы многим людям было светло и хорошо. Это место наш Арташей среди идолов. Оно любимое у меня давно. Мы здесь с другом бывали, мы здесь костры жгли и репетировали. И пусть оно живет, пусть живет этот лес, это лето в наших сердцах, в наших душах. Пусть смотрит на нас это небо, пусть деревья песни слушают. Подпели.